Качество дорожного движения сейчас вышло на новый уровень. Представитель Федерации автоспорта Камчатки Виктор Лохно поделился впечатлениями от реконструированной трассы Мурпорт-Аэропорт. С точки зрения такого, скажем, как обывателя, простого автомобилиста, дорога на 5 баллов, конечно, великолепно, молодцы. Я дороги лучше не видел у нас. В нашем крае такой уровень освещенности, полос, 4 полосы, ограничения безопасности. Вообще очень грамотно сделано. Ну, конечно, не хочется вспоминать то, что было. Во-первых, темно. Любой камчатал, кто здесь ездит, скажет, это вообще какой-то Африка. Темно, очень много аварий, людей тут сбивали. Ремонт федеральной трассы Мурпорт-Аэропорт стартовал в 2020 году. Дорогу довели до 4-полосного движения. Установили 18,5 километров осевого барьерного ограждения, более 18 километров стационарного электроосвещения, 23 светофора, камеры фото-видеофиксации, оборудовали тротуары и 29 остановочных павильонов.